шановні учасники позачергових зборів громадської організації Вінницької баскетбольної федерації. Я, як секретар даної федерації, доповідаю вам, що ми зібрались по питанню обрання президента федерації у зв'язку зі смертю попереднього обраного президента Коробкіна Юрія Миколайовича. Пропоную шанувати пам'ять хвилиною мовчання. Фіксується протоколом та відеозаписом. На зборах присутні почесні гості. Голова Комітету з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради Краєвський Сергій Станіславович. Та генеральний секретар Федерації баскетболу України Дребіковський Володимир Валентинович. Хочу зазначити, так як є деякі члени Федерації відсутні, це, зокрема, Волошина Алла Павловна та Звирка Микола Андрійович, на даний час перебувають у відрядженні. Вони свої заяви делегували повноваження голосування на зборах Капенчуку Юрію Вікторовичу і Казанчуку Сергію Анатолійовичу. Заяви є, якщо хочете, можу вам показати. Враховуючи дані заяви при голосуванні. Для підрахування голосів при голосуванні пропоную обрати лічильну комісію із двох людей, а саме Капенчука Юрія Вікторовича та Казанчука Сергія Анатолійовича. Голосуємо. Хто за? Так. Хто проти? Хто отримався? Понятно. Да. Можете остатися там, якщо що, ви підраховуєте Юрій Вікторович Сергій. Потрібно обрати головуючого загальних зборів федерації. Пропоную Бондаренко Лесю Володимирівну. Голосуємо. Хто за? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Подальше ведення зборів передається Лесі Володимирівні. Шановна громада, поступова пропозиція обрати новим президентом Федерації Дребіковського Марка Едуарда. Надаємо слово для представлення та висвітлення стратегії розвитку баскетболу та федерації баскетболу Дребіковського Марка Едуарда. Я не хочу обещать, я на эту должность, будем говорить, которую мне как бы предложили, я ее не выбирал сам, я к ней не стремился. Получилось так, как получилось. Я принял предложение, хочу вас заверить, абсолютно бескорыстно, только для одной цели, чтобы поднять уровень баскетбола в Виннице. Хотя бы настолько, насколько это возможно, насколько я смогу. Я еще раз говорю, я не хочу ничего обещать, золотые горы, но я, будем говорить, иду добровольно, чтобы каждый из вас должен понимать, что я никакой выгоды от этого, я заверяю вас, абсолютно. Кроме семейных скандалов, я больше, как говорится, ничего не имею. Но я думаю, что должно получиться, мы должны в городе как бы поднять уровень баскетбола на то престижное первое место, как когда-то. Мы занимали свое время, есть присутствующие, которые могут это подтвердить. Мы были всегда в призерах Украины, выступали достойно. Наши игроки были кандидатами сборной Украины, многие. Цель, какая была поставлена Украинской Федерацией, девочки должны быть в суперлиге на следующий год, мальчики через год, этот год и следующий, через год выше лиги. Возраст детский должен быть, ну, я так думаю, где-то 2012, пускай будет 11 год, и последующий школьный каждый год должен представлять на всеукраинской юнацкой баскетбольной лиге команду. Это что касается ДСШ конкретно. Популяризация баскетбола в городе. Менять будем поступово, по возможности, но будем друг друга требовать. Я принципиально, если меня изберут, я не буду просто. Я говорил уже Владимиру Валентиновичу. Владимир Валентинович, если я нужен там на месяц, на два, на три, я спокойно, есть кандидатура. Присутствующие решают, что есть
лучшая кандидатура, которая может, я даже и сейчас говорю, то считаю, что он может потянуть лучше, например, считаю, что я буду лучше, чем я. Пожалуйста, я даже вообще никакие, честное слово, без никакой обиды, я спокойненько это самое передам. А если надо помочь там, я тоже помогу без никаких, как говорится, преференций. Я же пришел, потому что я так думаю, что я могу помочь. Ну, если я не помогу, я готов добровольно сдать свои полномочия без никаких таких напрягов и абсолютно по первым требованиям. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Вы говорили по поводу суперлиги женской и мужская высшая лига через год. А что по поводу второй команды у нас сейчас на данный момент есть первая лига женская? Она будет или будет? Она будет, так как я вот знаю, да, это вот полномочия. Если команда в высшей лиге или в суперлиге, она обязана иметь чешую команду в первой лиге. Тогда вопрос насчет мужчин. Если мужчина переходит в высший уровень, то получается должна вторая команда появиться. Они должны иметь команду первой лиги. Да. Поэтому у нас должна быть команда ДСШ. Возрастная, она должна играть на уровне, представлять первую лигу. Я думаю, это возможно. Старшие, конечно, старшие. Конечно, возможно. Конечно, вот все возможно. И представлять в детской лиге каждый возраст, это реально. Вот. Но учитывая вот такую обстановку финансовую немножко, С финансами любой сможет, а без финансов. Сразу финансов. Любой дурак с финансами. А вот как без финансов попробуй? Просьба, вот в дальнейшем. Баскетбол 3 на 3 введен в программу Олимпийских ігор. Це як окремо від спорту. Обязательно ми теж треба. Я розкажу все. Юр, что ты хотел? Я в плане каждый возраст выставлять детскую лигу. А реально, как его готовить, если зал один? Школьные залы очень давно подходят, да и сейчас там они забиты под завязку. Как каждый возраст, если, допустим, будет 6-5 возрастов, где их тренировать? А я думаю, знаете как? Вот если у каждого тренера будет свой год, там, ну по два там идет, там, например, 2011-2010, там 2009-2008 или как, так, правильно? Да, правильно. Если каждый тренер будет знать, какой его год, он уже заранее, какой он ведет год, то я думаю, он зал для себя будет сам искать. Потому не пускают в общеобразовательные школы. В связи с карантином. Ну тут надо выходить, что-то дальше говорить. Две смены. Почти в каждой школе есть две смены. Реально, они учатся до 6 вечера. Колеги, дозвольте, я допоможу майбутньому президенту. Ви ж розумієте, що він ще не дав. Ну я ж кажу, в майбутньому, раз ми підібралися, надіюся, буде добре. Він не знає про що освітянську проблематику, да, там школи пускають і так далі. Це більше якби спорткомітет завжди опрацьовував це питання разом з вами. Якщо не справлявся до це, ми писали листи, я ходив до Яценко. Для того, щоб нас в ту чи іншу школу пустили. Але школа, так само, як і медуніверситет, вони достатньо закриті. І якщо в них написано, нікого в школу не пускати. Нам, наприклад, дозволяється, а в них в школі не дозволяється, в червоній зоні. Да. Ми стаємо в тупік, і тут мало хто може нам допомогти. Єдине, що в нас відкрилося СКА, є невелика надія, що якимись там двома годинами на добу ми, можливо, туди зайдемо, чи, можливо, зранку і звечора. Для баскетболу будемо старатися виділити час. Але з того, що я бачу на сьогоднішній день, то СКА теж може використовуватись в основному тільки для змагань. Тому що ви знаєте, всі види спорту, всі ігрові види спорту, які є, плюс футзал, всі претендують на цей зал. Була надія у нас, що на Ватутіна нам побудують новий спорткомплекс спеціально під баскетбол, але він настільки дороговартісний, що на сьогоднішній день це питання ще у розгляді. Чим завершиться, ще сказати важко. Проблеми у нас були, є і будуть. Але те, що ми маємо їх разом, як то кажуть, одолівати це по-українськи. Вирішувати. Добре, скажемо так, що разом вирішувати, я думаю, що Марк Едуардович і своїм авторитетом нам в цьому далі допоможе. Я думаю, що однозначно це буде.
Надеюсь. Но дело в том, что это исключение, как бы мы не всегда будем в пандемии. Но если ну, так, да. То что уже сделать? Тогда уже что, вообще в спорт надо? Да, нет. Ну да, надеемся, что она будет пройдет, но дальше как куда сесть. До речі, сьогоднішнього дня ми перейшли в жовту зону, але вона з ограниченнями червоні. Я думаю, що потрібно повищати, ну як я мислив вслух, уровень професіоналізму тренувань. Миколаївич, треба будемо совместно, будемо как-то це делать, якісь заняття, якщо, допустим, треба. Ну я, наприклад, якщо був би молодой, от я говорю, як є, якщо я був молодой тренер, я б з удовольствием к опытному подошел бы к тренеру, я к нему пошел бы с ним и сам договорился. А как так? Как так? Так было. Когда Дихин был, так было. Я помню, Терехов точно так же. Помнишь те времена, когда Терехов только пришел, он от Дихина не уходил. Он все время, он даже мало того, что он в тренировках его там перенимал много, он и характером его уже в конце перенимал. Вот это кричание, выбегание, это все, что в Дихиле шло. Там кидание этими руками, это все, что Дихин научил. А это надо. Это, в принципе, хорошо, когда тренер такой эмоциональный. Команде легче. Я прошу вибачення, у нас тренера проходять кваліфікацію, тренери викладачів в інституті. Поймите одну вещь. Я понимаю, что можно говорить. Я сам. Є офіційна частина, є де юре, є де факт. Послушайте, я ж вопрос не... Можна вопрос? От ви були на повищенні кваліфікації. Хоть одну лекцію ми по баскетболу там читали. Там і дивізії спорту були, і баскетбол в тому числі. Не, ну я видел программу, я утверждаю программу, чтобы вы знали. Когда вы туда едете, мне присылают программу. В каком уроке? 13. Там уже а потом уже раза. Онлайн навчалась, а тогда совсем меньше была программа. Так, посмотрите, была... в программе ни одной лекции по баскетболу. Биохимия, биомеханика. Фізіологія спорту, правда? Да. Це говорить, ну, зрозуміло, що це ціленаправлено. І те, що говорить Марк Едуардович, абсолютно... Ні, я тут же теж закінчую свідання. Я розумію, що ти такий. Я приймаю з Києва людину, яка проведе додаткові заняття. Абсолютно вірно. Поділіться опитом. Опит – це є, це неотъемлема частина. Давайте я одразу закрою ту тему. Значить, во-первых, Федерація баскетболу зараз ввела лицензирование тренеров, все тренеры получают лицензию, мы проводим эти курсы. Вот, сейчас будем усовершенствовать эту систему, чтобы курсы были постоянно действующие онлайн. Вот, чтобы на сайт у вас есть какая-то проблемка, допустим, вот вам вы хотите научить детей какому-то техническому приему, но не знаете методики, допустим. Вы зайдете на сайт, поищите и найдете обязательно лекцию или нашего преподавателя украинского, или это будет какой-то иностранный специалист, но вы обязательно все найдете, что вам нужно будет. Ну и, кстати говоря, повышение квалификации – это обязательная история. Ну, федерация она тоже через федерацию, да? Потому что мы узнавали, 36 часов у вас нету. У нас не 36, там 72 должно быть. Ну, по программе 72 часа, правда? Да, я же. Ну, видите, я же 36 знаю. 36 на, да. Я знаю, даже сколько часов занимаемся. Вот, так что, ну, это надо на учиться. Это будет на сайте надо поставить, что? На сайте Федерации будет? Нет. На или сайте вообще... Федерации будет то, что я вам сказал. Ага. Вот. А повышение квалификации вы на сайте ФБУ пока не можете пройти. Жаль. Ну, знаете, мир меняется. Видите, как он меняется? Особенно коронавирус нас заставил пересмотреть очень многие вещи. Возможно, когда-то будет это и онлайн, но пока нет. Вот. Но мы работаем над тем, чтобы тренерам помогать. Но главное, чтобы тренера хотели. Это самое. Обучаться. Да. Если тренера хотят, мы всегда поможем, и все будет здорово. По поводу того, что проблем всегда, ребята, очень много. Ну, мы живем в таком мире. Вот. Не хватает инфраструктуры, не хватает залов, да, не хватает. Нужно искать, нужно работать с ГРНО. У нас есть наш товарищ, начальник спорткомитета вашего, который всегда поможет вам. Вы обращайтесь. Она мне помогает? Да, ну конечно. Значит, залы ищите. Мы будем со своей стороны все делать для того, чтобы построился у вас дворец спорта. Будем это там лоббировать на самом высоком и государственном уровне. Вот, так. Пандемия, но пандемия не надо валить на пандемию. Она, я думаю, закончится же когда.
Вот. Но задачи надо себе ставить высокие. Каждый возраст должен быть представлен в Любле. Каждый возраст, начиная, я думаю, там где-то с класса с 8, у вас должны быть спецклассы. Потому что невозможно быть конкурентоспособными, тренируясь 3-4 раза в неделю. А, допустим, дети, которые учатся в лицеях спортивных, тренируются 10-12 раз в неделю. В жизни у них не выиграет. Правда? И так далее. То есть цели надо ставить высокие и стремиться к коммунизму. Коммунизма не будет, но к этим высоким целям надо стремиться. У нас и так коммунизм, у нас бесплатная группа. Ну, повод так это коммунизм. Бесплатная группа? Все желающие имеют право. Так, знаете, посмотрите, так вы действительно живете при коммунизме. Я... Эту систему надо менять. Потому что мы европейскую, уже... европейскую, мы же в Европе. Ну, конечно. Нет, но дело в том, что, смотрите, мы с вами, кто застал, жили в социалистическом обществе. Но уже сколько лет? Сколько? 30 уже? 30 лет мы живем в капиталистическом обществе. Ну, сначала был переходный период, сейчас мы живем в капиталистическом обществе. Вот. А все наши отношения остались социалистическими. Смотрите, мы говорим о том, финансовые проблемы, Саша, да? Конечно. И никогда, никогда бюджетного финансирования не хватит на все наши хотелки. Правда? Правда. Не хватит. Значит, надо искать где-то другие дополнительные источники финансирования. И самый основной источник финансирования – это родители детей. Но я вам скажу так. Это дело надо узаконить. Чтобы это было все официально. И родители должны платить за то, что их дети занимаются спортом. Наверное, ни у кого у вас не возникает вопросов, если ребенка надо отправить к репетитору, правда? Вы знаете, да, ну вот что-то английский, да, английский, хотим, чтобы ребенок знал английский, хорошо, надо подзаниматься, там, или экзамен какой-то, там, подготовиться к экзамену. Родители платят деньги спокойно. Когда... Ну, я вам скажу, в других городах ситуация. Например, в Киеве в месяц стоит заниматься 500-600 гривен. В Одессе 1000 гривен. С каждого человека. Чтобы вы понимали. Вот. Но это надо сделать все официально. Поэтому я думаю, что надо сделать спортивный клуб. И у нас в планах это есть. Чтобы в Виннице был спортивный клуб. И где-то все будет законно делаться. И тренера должны получать достойную зарплату. Откуда ее брать, эту достойную зарплату? Ту же зарплату, которую платят сегодня, да, ну, она выше стала, но все равно ее не хватает. Поэтому надо доплачивать из тех денег, которые будут официально собираться с родителями. И родительский комитет совместно с руководством школы, клуба должны устанавливать эту зарплату. Вот так живет весь мир, ребята, и мы должны так жить. Но для этого надо потрудиться. Баскетбол должен стать узнаваемым. Потому что нам, вот когда мы здесь в русском кругу собрались, мы понимаем даже, что баскетбол вроде есть, а вроде его нет. Видите? Так я вам скажу, что если мы выйдем на улицу и спросим прохожих, они скажут, что баскетбола в Виннице нет. Мы должны представлены быть в медийном пространстве, в соцсетях. Обязательно страничка в Фейсбуке. Обязательно. Вот я в Фейсбуке, я многие федерации областные каждый день я получаю информацию, где что происходит. И так далее. Мы должны быть везде. Спартакиада школьник. Спартакиада – советское название. Советское название. Играем в течение 3 дней и закончили. Я сам играл в таких спартакиадах. Школьная лига. В течение всего сезона. Минимум, чтобы 3 месяца
Дети, школьники играли в баскетбол с определенной периодичностью. Баскетбол для них должен стать нормой жизни. То же самое студенческая лига. Вот как играет аматорская лига, у вас есть на лице? Да. Регулярная игра. Вот так должны играть студенты, так должны играть школьники. И тогда баскетбол появится в Винице, ребята, поверьте мне. И тогда легче будет разговаривать с потенциальными спонсорами, когда вы будете везде. Я вам скажу, что мы стараемся как можем, Украинская Федерация. Я вам даже скажу, что у нас сайт Федерации уже окупаемый, самоокупаемый. То есть к нам заходит много народу, мы уже можем продавать рекламу на нашем сайте. Но все равно мы считаем этого недостаточно. Вот. Поэтому есть к чему стремиться. И самая уникальная ситуация, ребят, сегодня есть поддержка баскетбола от руководства города, области. Есть поддержка от Федерации баскетбола Украины. У вас уникальный шанс развить наш любимый вид спорта в этом городе, вообще в Винницком регионе. И надо им воспользоваться. Что, будем стараться? Ну да. Рухаемся далее? Да. Прослухавши доповідь Марка Едуардовича, давайте проголосуємо за обрання президента Поляковського Марка Едуардовича. Хто за? Хто за? Сережа, у тебе два. Не забувайте проголосувати. 11 за. Хто голос? Хто проти? Утримався. Інші члени правління залишаються незмінно. У зв'язку з внесенням відповідних змін потрібно провести статут та реєстраційні документи у відповідність згідно з даними зборів і протоколом. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Якщо немає інших питань, наші збори завершені. Дякую за увагу. Всім за увагу. Вітання!